Зона повышенного внимания на канале «Беларусь-4». Программа «Чрезвычайная ситуация». Я, Виталий Долгий. Продолжаем эфир нашей телерадиокомпании. В прошлом выпуске с красноречивым названием «Пепел» мы говорили о пьяных пожарах и возгораниях из-за банальной беспечности в быту. Итог. 80 человек погибли с начала года. Ущерб – 5 миллиардов рублей. Но огонь приходит и на промышленные объекты. К примеру, взрыв в китайском портовом городе Тяньцзинь по мощности эксперты приравняли к ядерному. Погибло более 170 человек, ущерб свыше 11 миллиардов долларов США. Это стало самым крупным техногенным, наряду с аварией на ЧАЭС, происшествием за всю историю человечества. В нашей стране никогда ничего подобного не случалось. ЧАЭС техногенного характера – тема этого выпуска, а его название – «Промзона». Мозырь, утро, начало ноября. На одной из установок происходит утечка водородосодержащего газа. Большой хлопок и возгорание. По предварительной информации, на установке, введенной почти 40 лет назад, износился один элемент – штуцер сепаратора. Инцидент произошел на газотрубопроводной линии ВСГ. Сила хлопка была такова, что у стоящего рядом цеха вылетели оконные стекла. От их осколков получили ранения два работника завода. Незамедлительно началась операция. Операция по ликвидации ЧАЭС. Сработали очень четко все службы завода, сработали специализированный отряд наш, который базируется на НПЗ, и там в кратчайшие сроки была авария ликвидирована. Если бы вовремя не сработали, да, ну, можете себе представить, что было. Есть тому примеры у наших соседей. Сколько там Украина тушила? 12 дней, да, методом выгорания, да. И сколько таких примеров можно приводить. Вот. А здесь ситуация совершенно другая. Вот он, наш вклад в экономику. На момент ликвидации аварии к месту прибыло порядка 20 единиц спасательной техники. Подача газа в трубопроводе была моментально остановлена, а его остатки выгорали под куполом воды множество спасательных стволов. Возгорание было локализовано в течение всего нескольких минут. Тогда же на завод прилетел заместитель министра по чрезвычайным ситуациям и представители Госпромнадзора. По факту ЧАЭС до сих пор проводится всесторонняя проверка и необходимые экспертизы. Все необходимые испытания, данная установка, которая была введена в 1978 году в эксплуатацию, прошла, и согласно имеющимся на предприятии документам, она допущена была к эксплуатации до 2017 года. Любой завод-изготовитель, как правило, на такое оборудование больше 20 лет, ну, может быть, в индивидуальных случаях больше 30 лет, не дает. Последнее крупное происшествие на Мозырском НПЗ датируется 2010 годом. Тогда пламенем охватило установку по переработке мазута, также 70-х годов производства. В результате разгерметизации установки произошло воспламенение выходящей парожидкостной фракции. Тогда причиной возгорания стала неисправная задвижка. Но подобные случаи в общей статистике техногенных ЧАЭС в нашей стране скорее исключение. Главной проблемой пока что остаются отнюдь не нефтяные, а грузоподъемные установки. Ну, 2015 год, он вообще считается годом, по крайней мере, на сегодняшнюю дату, в котором отмечается рост чрезвычайных происшествий на объектах, которые поднадзорны Гомельскому областному управлению Госпромнадзора. Ну, в частности, максимально в этом вопросе отличаются грузоподъемные механизмы. Ну, и не только в Гомельском управлении, но и по всей республике. И так, наверное, всем памятны последние два чрезвычайных происшествия, которых также продолжается расследование, которые произошли в городе Минске и в городе Бобруйске с падением грузоподъемного крана. В целом, амортизация основных производственных средств промышленности и строительном комплексе страны в среднем составляет порядка 70%. Разумеется, скажем, для наковальни и 100 лет не срок. Но вот со сложными механизмами и агрегатами, особенно на опасных объектах нефтехимии, совсем другая история. При каждом из таких крупных промышленных объектов имеется собственное спасательное подразделение с полным комплектом
специального снаряжения. Плюс плановые проверки всей технической документации чуть ли не на каждый отдельный агрегат и важные детали. Остается добавить, что под контролем Госпромнадзора области находится почти 1700 субъектов хозяйствования. Проверка техдокументации промышленного оборудования – работа хоть и бумажная, но нужная. И все-таки в случае с ЧАЭС, как было на МНПЗ, на передовые позиции выходят, собственно, спасатели и их специальное уникальное снаряжение. К примеру, даже школьнику известно, что возгорание в электропроводке водой не тушат. Так вот, в техногенных авариях каждый отдельный случай требует строго индивидуального подхода, иначе пазл операции спасения не сложится в победную картинку. Мы раскроем некоторые детали работы современных спасательных подразделений. Поверьте, то еще зрелище. Еще со школы мы знаем, вода – вещество негорючее. Но вот у поэта Маршака читаем: «Лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли». Небылица, скажете? Посмотрите, что происходило этим летом на Москве-реке. Судя по дыму, горят нефтепродукты. Только непонятно, откуда в акватории реки в спальном районе взялось, по предварительным подсчетам, сразу несколько тонн топлива. Так вот, разведкой на местности, уточнением характера и номера ЧАЭС занимаются сразу несколько подразделений. От их слаженной работы зависит и скорость, и эффективность операции. Что до пожара на реке, выяснилось, что он произошел из-за разрыва нефтепровода на дне акватории, а москвички взяли спички. С момента получения сообщения о пожаре диспетчер каждого подразделения, отправив технику на пожар, проводит непосредственно разведку, уточняя место, время, масштабы случившейся чрезвычайной ситуации. И к моменту прибытия подразделения непосредственно к месту чрезвычайной ситуации уже руководитель подразделения, той специальной машины, руководитель тушения пожара первоприбывшего подразделения, владеет максимумом информации, которую можно получить с очевидца пожара. Имея оперативную информацию с места, понимаю, что масштабы чрезвычайной ситуации приняли значительно больший характер, что она не так управляема, как сразу хотелось бы, диспетчер повышает номер вызова. В Сельмашевском микрорайоне Гомеля находится одно из самых оснащенных подразделений регионального управления МЧС – пожарно-спасательный отряд. То, что мы видим на этих кадрах, лишь малая часть всей материально-технической базы отряда. На его открытой площадке хранения, кроме лодок и вездехода, нет разве что вертолета. Другое дело, что цели этот отряд выполняет отнюдь не рядовые. Бойцы готовы работать и в наземной среде, и под водой. На вооружении пожарно-спасательного отряда имеется современное аварийно-спасательное оборудование, техника и снаряжение, которое позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. На базе отряда имеется оборудование по обнаружению источников ионизирующего излучения, приборы обнаружения аварийно-химических опасных веществ, современные средства защиты личного состава, приборы по обнаружению и определение ртути, содержащих отходов. Вот. Также имеется гидравлическое аварийно-спасательное оборудование, пневматическое оборудование. На сегодняшний день мы соответствуем международным критериям, и также наше подразделение может привлекаться для ликвидации чрезвычайных ситуаций за рубежом. Гомельский пожарный аварийно-спасательный отряд в своем роде образцово-показательное подразделение. Но совершенству, как известно, предела нет. Имея мощный кадровый задел и главный профильный вуз страны, спасатели продолжают техническое перевооружение. Сфера практического применения уходит за линию горизонта. Пожар в Чернобыльской пуще весной этого года – ярчайший тому пример. Леса горели в 10 километрах от атомной станции. Огонь объял площадь свыше 400 гектаров. Каждый час обстановка уточнялась с воздуха. Данными мониторинга руководствовались пожарные на земле. Наши подразделения уже оснащаются беспилотниками, которые ведут мониторинг при отсутствии, значит, человека. И вот эти вот беспилотники для мониторинга ситуации в особо таких опасных участках, там, где горел лес, мы в этом году применяли в Хойницком районе. Вот. Применяются и маленькие беспилотники, значит, типа дронов.
И еще, возможно, уже в следующем году белорусские спасатели заметно преобразятся внешне. Запущена специальная программа, в соответствии с которой разрабатывается новая экипировка. Над ее созданием уже поработали ведущие НИИ и эксперты МЧС. А, например, выпуск инновационной ткани осуществляется в том числе на Светлогорском химволокне. Сейчас уже внедряется и уже сейчас разрабатывается следующий шаг. Это новая боевая одежда для пожарных, что называется, одежда 21 века. Так, чтобы человек себя чувствовал комфортно, защищенно, и все было под рукой. Да? И чтобы этот шлем его защищал, и чтобы в этот шлем была вмонтирована радиостанция, соответствующие осветительные приборы, фонарик, легкий костюм, защищающий от температуры, сапоги. Еще в прошлом веке нобелевский лауреат Джон Нэш вывел теорию, в соответствии с которой целенаправленные усилия всей группы на один результат в итоге дают наибольший эффект для каждого отдельного участника группы. Вот и вопросы чрезвычайных ситуаций – предмет межнационального обсуждения и большой науки. Как тушить, какими средствами, а главное, как эффективно предупредить ЧАЭС – темы недавнего научно-технического совета стран-участниц ЕАЭС в Гомеле. Представители спасательных ведомств сразу из четырех стран ОДКБ встретились в Гомеле на базе лицея при Гомельском инженерном институте МЧС. Состав участников весьма представителен. Это практически первые чины профильных ведомств дружественных стран. Но и цель того стоит – координация усилий в борьбе с ЧАЭС. Цель этого совета – именно обмен опытом, научно-техническими достижениями и результатами научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, которые могут представлять интерес для спасательных ведомств наших государств. Сегодня в совете участвуют представители четырех стран ЕАЭС. И один из важнейших вопросов, который будет рассматриваться, это приоритетное направление научной и научно-технической деятельности в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций. У каждой из стран имеется свой уникальный практический опыт действий при ликвидации самых разных чрезвычайных ситуаций. Примерно одинаковый парк техники. Но вот документальная база, концепция реагирования, технический регламент и так далее у каждой страны свой. Унифицировать этот опыт, привести к единому знаменателю – вот сверхзадача. В Кыргызстане у нас составлена дорожная карта. И в рамках данной дорожной карты мы должны выработать национальное законодательство в области защиты населения территории. Вот мы сейчас планируем обсудить данный проект технического регламента. Коллеги чрезвычайных ведомств России, Казахстан, Беларуси, они уже имеют опыт. Вспомним библейский сюжет строительства Вавилонской башни, где ее строители вдруг перестали понимать друг друга. Они уже и достроить-то ее не могли, не то чтобы сообща спастись, если бы из-за халтурной работы башня начала падать. То есть спасателям разных стран требуется общий, единый язык взаимодействия абсолютно по всем аспектам деятельности. От принципов развертывания техники на месте ЧАЭС до общей системы глобального мониторинга. Прежде всего, информационно-телекоммуникационная координация, обладание едиными методиками, да, единым понятийным, чтобы мы друг друга понимали элементарно. Да. Спутники мы упомянули, почему? Потому что это важное средство для оценки обстановки. Ну, во-первых, в привычных как бы нам наводнениях, пожарах лесных, других бедствиях, да, они нам дают картину объективную. Но мы хотим двигаться дальше, и в том числе в такой вот экзотической отрасли, как предупреждение падения астероидов и метеоритов на Землю. Как показал Чебаркульский, метеорит в Российской Федерации в позапрошлом году – это отнюдь не шуточная угроза. Мощность его взрыва в небе над Челябинском сравнялась с 20 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму. А ущерб в самом городе составил более 28,5 миллионов долларов США. Тогда, по счастью, обошлось без человеческих жертв. А еще благодаря этому метеориту фольклор пополнился очередной буквально внеземной поговоркой, мол, нас ничто так не бодрит, как с утра метеорит. Приятных выходных вам, уважаемые телезрители!